Всем привет! С вами снова я, Оксана Пикмулова. Извиняюсь. И это восьмой урок подтягиваний. Итак, переходим к комментариям. Очень много вопросов поступило на тему, какой же хват все-таки брать? Узкий, широкий или стандартный? Хочу сказать, что при стандартном хвате это примерно ширина плеч, работают все группы мышц одинаково. То есть и плечи, и трапеция, и бицепс, и широчайшие. Чем шире вы берете хват, тем больше у нас включаются широчайшие мышцы. Лично мне удобнее более широкий хват, потому что широчайшие мышцы у меня более сильно развиты. Анастасия спрашивает, обязательно ли держать ноги вместе при строгом подтягивании? Анастасия, обязательно, потому что это считается правильным выполнением гимнастического движения, как подтягивание. Сейчас я вам покажу несколько упражнений, которые можно сделать, если ты еще не научился подтягиваться. Это будет ответ на вопрос одного из подписчиков. И сегодня новичкам в подтягивании крупно повезло. У нас гость в нашем клубе Васильев Юрий, тренер по гимнастике. Сейчас он даст вам пару дельных советов, как начать подтягиваться. Если ты человек совершенно не умеет подтягиваться, как я уже видел, Оксана показывал подтягивание на резинке, различные облегченные варианты. Можно играть хватом, то есть хват снизу. Самый легкий вариант подтягивания, мы их называли девчачьи, извиняюсь. Поскольку большие группы мышц работают, легче подтягиваться. Хват сверху. Можно использовать различные положения тела, чтобы, например, подтягиваться не в бисе, а подтягиваться в горизонтальной плоскости. Если у тебя ноги, например, находятся на табуретке, а перекладина у тебя между косяков дома. Вот в таком положении стараешься держать тело прямо и тянешь к груди. Вот и все. Чем больше вариантов, тем больше пользы. Супер. Спасибо, Василий. И наш долгожданный восьмой урок. Итак, начинаем сегодня с 4 подтягиваний. Делаем 2 минуты отдыха. Далее 3 подтягивания. Также оставляем 2 минуты отдыха. Далее 2 подтягивания, 1,5 минуты отдыха. И все завершаем 2 подтягиваниями. На этом у нас сегодня все. С вами была Оксана Пикмулова. Подписывайтесь и оставляйте ваши крутые комментарии. Всем пока!